У этой машины нету ни колес, ничего. Машина была абсолютно голая, без колес. Ого, вот этот уже, ребятки, такой чувак конкретный. Посмотрите, какой у него автомобиль. Он может меня победить с легкостью, видите? Ребятки, он меня победил. Так, ну что ж, ребятки, четвертый бой. Самое главное, нам не перевернуться опять. Вот так вот и стой. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, ребятки, с вами, как всегда, Юра. И сегодня мы будем играть вот такую вот игрушку. Так, ребятки, боевые машины, боевые коты. Так, ну что ж, погнали. Так, 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 давайте вот эту штучку нам показывают перенести сюда. Это мне, ребятки, котик подарил на день рождения вот такую вот машинку. Так, ну что ж, нам показывается назад вот это нажать. Или давайте еще, наверное... А, все, мы уже ничего не можем купить. Так, мы нажимаем нажать. Чего ты ждешь? Залезай, ребятки. Ну что ж, поехали. Все, котик у нас залез в автомобиль. Тебе идет. Давай попробуем выиграть новые детали для твоей машины. Конечно же, давай. Ну что ж, поехали. Быстрый бой, ребятки. Ну что ж, ребятки, боевые коты, погнали. Вон я с левой стороны Юра и против Джолина... Дрива, я буду играть. Но, ребята, посмотрите, какой у него автомобиль. Посмотрите, у меня маленький автомобиль, у него большой. Ну что ж, давайте. Давай, давай, давай. У меня пушками стреляет, ребята. У него просто сверло. Давай, давай, мой котик. Отлично, давай, давай, еще немножко. Вот это я понимаю. Ха-ха, посмотрите, ребятки, он с парашютом выпрыгнул только что. Вот это, конечно же, прикольно. Так, твоя машина победила. Отличное начало карьеры, ребятки. Вы представляете, мы вообще с вами просто крутые чуваки. Мы победили. Так, нажимаем ОК и продолжаем нашу замечательную игрушку. Так, ну что ж. Так, ящики с деталями хорошо запечатаны. И на них открыты... Нужно время. Хорошо, понял. Так, отлично. Давай, ребятки, начнем. Пускай время идет. Пускай время идет, ребятки. Так, ну что ж, пускай этот ящик с деталями открывается. Время нужно для этого примерно где-то... А сколько нужно для этого времени? Для этого времени нужно 2 часа, ребят. Открыть бесплатно мы сможем с помощью... Вау, ребятки! Хо-хо. Что здесь? Скутер, ребятки. Катер... Ох, ракетница. Посмотрите, сколько мы всего, ребятки, собрали здесь. Собрать награду, конечно же. Отличный улов. Продолжай побеждать в быстрых боях и получай новые ящики. Загляни в гараж и попробуй какую-нибудь из новых деталей. Так, ребяточки, ну что ж, давайте, собственно, пойдем в гараж и посмотрим. А где гараж-то? Вот это... Вот, а, вот, ребятки, гараж. Новые детали я могу полностью заменить. Да? Вот. О, я хочу полностью заменить, ребятки... себе автомобиль. Давайте поставим колеса на него. Так, и, ребяточки, что же я еще хотел? Давайте, наверное, пила здесь есть, ребята. Ну, она... А как же я буду пилить, если она не достанет, ребят? Пила. Давайте, наверное, пилу закинем сюда, а возьмем вот такую штуку сюда поставим. Или как правильно? Нет, мы ее не можем поставить. Давайте пушку, ребятки, поставим. Пускай будет пушка, а там посмотрим потом. Подожди, у меня еще есть кое-что для тебя. Возьми эту наклейку, она сделает твою машину особенной. О, я хочу наклейку. Хочу вот этот бутерброд. Все, ребятки, теперь вот этот бутербродик ложим сюда. Вот так вот. Все, отличный бургер. Выглядит отлично. Жду не дождусь увидеть твою машину в бою. Ну что ж, ребятки, кот... который ремонтирует эти мои автомобили в гараже, говорит, чтобы я, собственно, приступал, ребяточки, к гоночке и продолжал сражаться за, ребятки, победный кубок, чтобы постоянно выигрывать. Так, ну что, ребятки, быстрый бой, поехали. Так, ну что ж, ого, посмотрите, у него прикольная тачка, посмотрите, какая у меня. Вау, ого, ребята. Ну что, кто кого? У меня получается, ребятки, видите, он мимо стреляет, а я прямо стреляю споднизу вверх. Отлично, ребятки, он сдался, он прыгнул с парашютом, ребятки, и помахал этим флагом. Это, конечно же, прикольно, ребятки, серия побед у нас опять открылись новые состязания. Давайте быстрый бой перейдем опять. Броснен какой-то. Я против Броснена, ребятки. Ну что ж, давайте Броснену покажем, где раки зимуют. Поехали! Давай, давай, стреляй! О, вот так вот, ребята, получай, 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 ребятки. Ракета больше урона наносит, да, я так понял, чем
Пила, да, ребятки, все, я победил, отличненько. Так, ну что ж, ребятки, серия побед, уже две победы в этой серии. Собственно, третья победа. Так, ребятки, и что тут нам котик из гаража говорит? А он говорит буквально следующее. Хочешь попасть в телевизор и сражаться в финале? Я записал для тебя на первый этап чемпионата. Отлично, ребятки, меня записали на чемпионат. Вы представляете, это же просто замечательно. Так, ну что ж, давайте этап 1, чемпионат. Давайте пойдем на чемпионат. Все, тебе нужно будет одержать победу в 23 этапах, чтобы дойти до финала. Так, ну что ж, это просто круто, я хочу вам сказать. Так, не сомневаюсь, но не сомневаюсь, что у тебя все получится, ты станешь звездой. Но давай вернемся к первому этапу. Отличненько, ребятки, давайте вернемся к первому этапу, посмотрим, что у нас здесь, ребятки, идет. Это ты участвуешь в соревновании. Так, ну что ж, давайте попробуем. Давайте, ребятки, битва. Сразитесь против всех игроков из вашей группы один за другим. Количество необходимых побед для мгновенного повышения 3, ребятки. Ну что ж, 3. 3 победы мне нужны для того, чтобы победить, ребятки, в этом так называемом турнире. Видите, у него двигатель намного сильнее с колесом. Но у меня, стоит отметить, пушка расположена, ребятки, снизу. И таким образом я выигрываю. А что это? Против кого это? Я, ребятки, посмотрите, у этой машины нету ни колес, ничего. Машина была абсолютно голая, без колес. Ого, вот этот уже, ребятки, такой чувак конкретный. Посмотрите, какой у него автомобиль. Он может меня победить с легкостью, видите? Ребятки, он меня победил. Так, ну что ж, ребятки, четвертый бой. Самое главное нам не перевернуться опять. Вот так вот и стой. Отлично, отлично. Мы его как... Вот так вот. Все, ребятки. 3 победы, ребятки, мы с вами из 4 выиграли, что нам, в принципе, и нужно было для победы. И это, ребятки, просто замечательно, я вам хочу сказать. Так, выиграно боев 3. Вы мгновенно совершили на следующий этап. Так, ну все, ребятки, ну что ж, мы на следующий этап заработали деньжат. И это просто, ребятки, круто. И нас показали по телевизору. Поздравляю с первой победой в этапе чемпионата. Так, ну что ж, ребятки, это очень круто, конечно же, что меня... Ребятки, показали по телевизору. Так, ну что ж, давайте, ребятки, начнем. Окей, все, Юра занял первое место в первом этапе. Так, ну что ж, и заработал кучу денег. Теперь я перехожу, ребятки, на автор. Доступны новые детали. Вы разблокировали более мощные детали. Это просто круто, ребятка, наклейка есть крутая. Вау, супер ящик открыть, конечно. Нитро у меня даже есть. И ролик, вау, ребята, сколько всего я заработал. Не может быть, вот это да. Вот это мы сейчас с вами сделаем, ребятки, автомобиль. Так, ребятки, собираем все награды. Так, ну что ж, давайте, наверное, возвращаемся мы в... Давайте нажмем в гараж и заделаем наш автомобильчик. Так, ребятки, ну что ж, у нас появилась вот новая вот такая вот штуковина. Потом влей в нее... А, все, другую деталь, понял. А, вот так. Все, это мы так обновили. Так, все путем, продолжай вливать и улучшать детали, чтобы прокачать. Все, ребятки, все, теперь я понял. Так, ребятки, а если я хочу полностью поменять каркас? Вот, я полностью хочу поменять свой, ребяточки, автомобиль. Где колеса-то? Так, вот, смотрите, какие есть колеса здесь. Вау. Вау, вот это другое дело, ребятки. Так. Нитро даже у меня есть, ребят. Или что это? А, вот, нитро это в колеса, да, отлично. Так, ну что же, и я хочу, ребятки, поставить пушку. Ну что ж, отлично. Так, ну что ж, так, пушка у нас есть. Так, а нельзя поставить вот эту штучку сюда? Недостаточно энергии. Понял, а так, в принципе, можно. Угу. Ну что ж, будет энергия, ребятки, будем вливать. Так, и там где-то наклеечки еще вроде бы были, да? Вот они, ребятки. Вот, трофеи. О, все, ребятки, круто. Мы точилу нашу заделали. Собственно, теперь погнали на чемпионат. Так, ребятки, чемпионат, поехали. Так, ребяточки, битва. Сразитесь против всех игроков вашей группы один за другим. Количество необходимых для побед мгновенного боя повышение до 9 уровня. Ребятки, 9 человек мне нужно победить.
Вау, давай-давай, покажем ему, где раки зимуют. Ого, ребятки, посмотрите на мои колеса. О, какая мощь, ребятки. Но он первый начал стрелять, и его первым, конечно же, меня он первым уничтожил. Так, ребятки, а мы сейчас сможем убежать? А, он крутится. А я ничего не могу сделать, да? Абсолютно. Так, ребятки, бой второй, он меня победил. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. И в третьем бою тоже, что ли, победит? Да, ребятки, надо нам, конечно же, менять тактику боя. Ракетный бой никуда не годится. Да, ракетный бой никуда не годится, ребят. Мы с вами сделаем немножко по-другому. В этом бою, ребятки, мы проиграем. В этом бою мы проиграем. И я хочу вам... Так, ребятки, а как... Как мне вернуться в лобби? Подождите. Давайте вернемся в лобби и поменяем наш автомобильчик, ребятки. Я хочу вообще поменять его на другой и сделать себе другое авто, реально. Потому что эта машина... Так, тихо. Что мне там нужно? Так, давайте наклеечку наклеим. Так, идем дальше. Угу. Берем вот такую вот штуку. Теперь берем колеса. Все. Это что у нас? О, это у нас, ребятки, улучшились колеса. Так, неплохо. И. Да, в принципе, все. Мы уже ничего здесь не можем поменять. Давайте попробуем, насколько продуктивным нам будет продуктивным этот автомобиль. Сможет ли он конкурировать, ребяточки, со всеми? Ну что ж, поехали. Давай, Юра. Нет. А я не достаюсь. Сверло мое не достает, ребят. Видите? Тоже машинку неправильно немножко заделал. Да, ребят, никуда не годится. Надо другую брать, другой корпус брать сам. Сам корпус, я думаю, в чем проблема-то? Сам нужно другой корпус взять, чтобы было удобно нам ездить на нашей машинке. Давайте вот такой вот возьмем. Недостаточно энергии. А нельзя вот сюда вот. О, вот сюда вот. Так, ну вот так вот, я думаю, уже будет намного, ребятки, лучше. Так, новые колеса, вот они. Так, ну что ж, неплохо. Так, ребяточки, отлично. О, отлично, ребятки, повысили уровень самой вот этой штуки булавы, которая будет бить всех. Так, ну что ж, ребятки, давайте теперь попробуем, может наша гоночка-то улучшится много раз. Так, ну что же, погнали, ребятки, этап второй чемпионат. Ну что, как мы заделали автомобиль, давайте посмотрим. О, ребятки, теперь я, смотрите, теперь я хоть немножко наношу урон, но он раньше, видите, он начал стрелять. И он раньше, видите, из-за этого он меня уничтожил. Первый уровень, хорошо, второй уровень. Вот так вот, давай, Юра, давай, уничтожь его, Юра, давай. Давай, отлично, ребятки, второй уровень мы выиграли. Давай, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ай-яй-яй, чуть-чуть, один раз, ребятки, нужно было его ударить, и я бы победил бы сразу, ребятки, смотрите, автомобиль с глазами, с наклейкой, но абсолютно не может драться, прикольно, да? Так, выиграли, так, следующий бой у нас идет, вот он, ребятки, и мы буквально одинаково идем, только у меня почему-то я, наверное, проиграю, ребятки, Ваня против Юры, да? Давай, последний раз, он первый, ребятки, нанес удар, и таким образом я не буду... Ого, этот, ребятки, меня сразу уничтожил, ну что ж, вот это да, я не думал, что я так, ребятки, буду проигрывать в этой игре. Нужно, ребятки, делать более мощный автомобильчик, и тогда, я думаю, я выиграю, да, ребятки, конечно, не повезло мне в этой гоночке. Но ничего, ребят, мы с вами обязательно в следующий раз увеличим мощность нашего автомобиля. Поставим туда новые колеса, поставим туда, ребятки, новую пушку, которая будет уничтожать просто всех, я так думаю. А там дальше уже будем, ребяточки, смотреть, на что, собственно, мы с вами способны. Видите, немножко у нас не получились недочеты, и мы с вами не вышли на тот уровень, на который мы бы хотели. Давай, Юра, давай.
Так, ребятки, ну что ж, у нас уже 5 побед, я вам хочу сказать. И если мы будем продолжать в таком же темпе, ребятки, то мы, наверное, сможем пройти все-таки этот уровень. Сейчас мы посмотрим с вами. Так, ребятки, 6 побед у нас, бой 14. Давай, 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 давай. Нет, 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 в этом уровне я, ребятки, не смогу победить, потому что он, ребятки, меня конкретно бьет. Так, ребятки, ну что ж, выиграно боев 6 вместо 9. Конечно, это не то, что я ожидал, но ничего, ребятки, денежек нам все-таки дали. И это все-таки неплохо. Так, ну что ж, ребятки, наверное, на сегодня мы будем закругляться. Подписывайтесь на мой канал, ребятки. Если вам понравилась эта игра, поставьте пальчик вверх, поддержите меня лайком. Ребятки, я с вами был, как всегда, Юра, ребятки. Мы сегодня играли в боевых котов, дорогие друзья. В следующий раз мы сделаем с вами крутую точилу, заделаем ее как надо и победим, я думаю, всех и пройдем полностью этот чемпионат. Ну что ж, дорогие друзья, пока-пока.